Проклятие, заперто. Нужно искать другой путь. Мы готовы атаковать. Проберись в крепость и открой ворота изнутри. Я с этим разберусь. Дайте мне пару минут. Проклятие, заперто. Нужно искать другой путь. Я внутри. Теперь мне осталось только открыть ворота.
Мы готовы атаковать. Проберись в крепость и открой ворота изнутри. Я с этим разберусь. Дайте мне пару минут. Проклятие, заперто. Нужно искать другой путь. Я внутри. Теперь мне осталось только открыть ворота.
Я внутри. Теперь мне осталось только от... Я внутри. Теперь мне осталось только открыть ворота. Thank you.
Отличная работа. Теперь займи позицию на одной из башен и расчисти мне дорогу во вторую крепость. Не сюда. Gib dich! Hände hoch! Отличная работа. Теперь займи позицию на одной из башен и расчисти мне дорогу во вторую крепость. Отличная работа. Теперь займи позицию на одной из башен и расчисти мне дорогу во вторую крепость.
Thank you.
Ива, это Клён. Вы меня слышите? Это Клён. Прием. Я отлично вас слышу. Жаворонок вылетает. Конец связи. Разгром немцев под Сталинградом и прекращение разработки нового вида оружия оказали значительное влияние на весь ход войны. Ослабленная вражеская армия, лишенная технологии, которая позволила бы ей одержать победу, была вынуждена отступать на запад. Храбрость, проявленная вами во время выполнения заданий, помогла Красной армии победить врага. В отличие от других, наша страна не склонилась перед военной мощью фашистской Германии.